Всем привет! В этом видео мы рассмотрим модель Москвич 2139 из российской журнальной серии «Автолегенды СССР». Данная машина шла под выпуском номер 90. Очень интересный прототип экспериментального минивэна. И сама машина была представлена в 91 году как опытный образец. И тем не менее машина смотрится до сих пор очень современно. И данная модель изготовлена из металла, не имеет открывающихся элементов. Сделана, как и прототип, в двухцветном исполнении. Темно-синий верх и светлая нижняя часть автомобиля. На данной модели имеются отдельные передние фары. Они сделаны из темного полупрозрачного пластика. Данная модель имеет отдельный передний бампер, также сделанный из пластика. Дворник на модели отлит вместе с лобовым стеклом, обозначен черной краской. Модель, как и прототип, не имеет боковых зеркал. Дверные ручки отлиты вместе с кузовом, обозначены краской. Модель имеет простые колесные диски, имеются углубления, имитирующие отверстия, и диск обут в резиновую покрышку. Сзади модель имеет отдельные фары. Они, как и передние фары, сделаны из темного полупрозрачного пластика. Бампера на модели отлиты вместе с кузовом, покрашены в светлый цвет. Модель имеет черный неокрашенный салон, три ряда сидений. При желании вы можете его раскрасить. Простое днище, имеется посадочные места, чтобы закрепить модель на подставке. И чтобы разобрать модель, вам нужно сначала снять передний бампер и аккуратно отсоединить днище. Очень хороший прототип, и особенно для тех, кто собирает модели «Москвич» и экспериментальные машины, обратите внимание на данную модель, потому что серийно до журнальной серии ее никто не выпускал, и сейчас есть такая возможность за относительно небольшую сумму денег получить в коллекцию очень интересный прототип. Спасибо за внимание, это был обзор модели «Москвич», и увидимся в следующем видео.